Здоровый народ, с вами Варчик. Ну чё вы, статисты? Все вдруг стали профессионалами, танк у них имбовый, все такие классные, веселые. Заходишь в рандом, рачина на рачине. Хорошо, что у меня под прошлым видосом про эту лису, процентов 20, наверное, профессионалы, киберспортсмены, статисты, нагибаторы, просто хорошие люди. Танк у них невероятно имбовый, офигенный, а Варчик, наверное, днище. Но в чем имбовость заключается этой вонючей лисы? В том, что на деле у него альфа не 320, а 280. Играю на этом танке очень много в последнее время, накатал там уже 100 боев, как вы в основном все и писали, там я 100 боев накатал, танк просто имбище. Видимо, это раскрывается, когда доходишь до 100 боев. Вот дошел до 100 боев, что-то не раскрылось. Альфа реальная на 280. Я ни разу в жизни так часто не добивал шотных. У чувака 300 хп, один раз, второй раз, третий раз. Я уже не помню, сколько чуваков шотных я пробивал, но они не умирали. Они просто не дохнут. У них хп 300, а то и бывает почти 300. Но у меня не вылетает альфа, чтобы их забрать. Просто нет такой альфы. Написано 320, но ее нет. Она чаще всего 280. Вот это имбище. Сравниваете танк с 44-кой, но 44-ка в несколько раз маневреннее, быстрее, более юркая, проворная, меньше размером. Она реально динамичная, а этот сарай конченый, он не поворачивает вообще. Вот это имба. Даже с доп-пайком, вентиляцией, с прокачанным виртуозом, эта параша все равно не поворачивает. Она еле-еле разворачивается, ведрище здоровенное. Поговорим теперь про супер великолепную пушку. Какая же она стабилизированная, точная и охрененная. Но пробивает она только в основном, если нужно стрелять в силуэт. Если танк бронированный, в уязвимую зону тяжело попасть, потому что снаряд летит чаще всего по краям всей окружности прицела. Он не летит в центр почти никогда, это кривущая пушка. Только за счет того, что у меня на этом ведре точность 0.31, оно более-менее попадает. Но я вижу, куда летит снаряд. Он летит всегда куда попало, но не в середину. И если бы не 0.31, это был бы просто пипец. Да, стабилизация шикарная, точность шикарное, сведение, да, классно. Но она все равно кривоватая и любит частенько подводить. Да, это смысл всей игры, но тут чрезмерно часто снаряд летит по краям. При этом на ББшках нагибать на этом танке практически нереально. Вот этого вонючего пробития 208, хотя вы там рассказываете, что 208, да это обычное среднее пробитие 8 уровня. Но на деле оно ни черта не пробивает. Любой танк, который даже хоть чуть-чуть бронированный, слегка куда-то наклоняется, чуть-чуть рамбует и все, уже ничего не пробивается. А карты у нас перерыты и все из бугров в ям-канал, и танки все время скачет как угодно. И только когда заряжаешь голду, оно более-менее пробивает. Но зарядив голду, я за 2 дня слил 2 ляма серебра. Этот танк просто вообще не про фарм серебра. Это черная дыра, в которую серебро засыпаешь, и оно исчезает. Все. Вот это имбище. Но есть прям танки, на которых я нагибаю, прикладывая меньше усилий, используя практически весь боекомплект ББ, еще и много фармлю. Но у вас почему-то именно вот этот танк имбовый, который ни хера не фармит, без голды ничего не нагибает, еле-еле поворачивается, размером как надутая 44-ка, вот это имбище. При этом 7 градусов УВН. Да, было бы прикольно когда-нибудь в 2013-м поиграть с УВНами 7 градусов на не очень высокой СТшке. Но не в 2020 году, когда рельеф картошки напоминает, как будто бы в холодце произошел атомный взрыв и там все волнами пошло. На этом танке нужно буквально до миллиметрика высчитывать, там подъехать, отъехать, развернуться, подвернуться, бортики подворачивать и так далее. Он очень скиллозависимый. И я удивлен, что вы все такие скилловики. Но может на моем канале прям какая-то цитадель киберспортсменов, и они здесь все обитают, поэтому, сказав, что этот танк говнище, киберспортсмены не оценили. И вот Варчик Рачина берет, ставит фиолетовое оборудование на этот танчик, заряжает фулл голду,
держит пару дней средуху 2900-3000, сливает тонну серебра, процент побед в эти дни 65-70, и танк становится имбой. Серебро уходит в трубу, пот льется ручьями, скилла нужно невероятно много, чтобы реализовать это говно. Танк очень требовательный к микроконтролю. Нельзя вообще никуда ничего перекрутить, ни на миллиметр, ни туда, ни сюда. Нужно все четко делать. И действительно, фишка с быстрым полетом снаряда прикольная. Примерно один раз в час у меня удавалось стрельнуть по танку, который заезжал за укрытие, и промежуток времени, чтобы попасть в него, был минимальный, но снаряд успевал долететь. Это невероятно классно, но это всего лишь один выстрел иногда, не так уж и часто. И чё, этот танк я должен после этого называть имбой? Я ни на одном прям танке не сливал столько серебра и не вкладывал столько ресурсов, еще и так сильно на нем пыхтеть, потеть. Я просто реализовал это ведро, и я не считаю его каким-то своим любимчиком после этого. И он мне не стал нравиться. У меня только еще больше отвращения от него, что он, сука, просирает столько серебра, которое я уже задолбался фармить в этой игре. Да, можно на этом танке держать средуху 3000, набивать высокий процент побед, высокий ВН-8, ну и что? Нужно на другом прям танке пофармить серебра, чтобы поиграть на этом прям танке? И до чего же он некомфортный? Вот 44-ка более динамичная, на ней легче подстраиваться под ситуацию, потому что она носится по карте как ураган, а эта ведрина пока развернется, это просто неудобно и неприятно. Ну неужели вы все такие скилловики? Я прям горжусь, что вы все собрались здесь и реализовали этот танк на 3000 средухи. Я даже надеюсь, что кто-то переплюнул меня и набил на нем больше 3000. Я добью на этом танке 3 отметки, там уже осталось не сильно много, но, как обычно, последние проценты даются максимально интересно, поэтому это может и затянуться. После этого будет гайдик после 3 отметок. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.